Слепой опытным глазом определил сразу, что у вас на шишиговских колесах. На военных мостах. Ого, переходнички, слышишь? Не, это... Да. Вот это аппарат. Так клиренс тут такой, мама, не горюй, да? Да-да-да. Как у лимузинчиков, даже больше, наверное. Серебряные. Бампер со Шейлера. Слышишь, живое? Если снять бампер, она поедет намного легче. Слепой аж прозрел, блин. Что тут? Мотор УАЗа. Варта, шноркель. Короче, полный фарш. Бачок жигулевский. Короче, все усилено тут по-жесткому. Вот эта толщина, подожди. Труба профильная. Да? Труба? Короче, усилена нормально машина, я понял. Главное, диодные фонари. Да-да-да. А вот лебедка даже есть снизу. Карданчик, конечно. Тут такие интересные решения. Короче, сейчас посмотрим, как они себя покажут на неровной дороге. Не, ну тут машина серьезная. Первый бродик. Пока едет. Слышишь? Так ты будешь почти как лимузинщики уже, да? У них тоже бэховские диски. Сейчас будем пробовать одеть БТРовское колесо на БМВшный диск. Игорь, чтобы грыжи не было, давай какой-то пояс. На колесе, что ли? На колесе и на... Еще где-то. На Фрунзе не стоят на учете. Ну сейчас, если не получится, поставим. Что это? Да это балансировка, что ты делаешь? Давай. Это легковой диск. Что? По диску же определяется машина, легковая или грузовая? Низкопрофильная. Да, низкий профиль, спортивный вариант. Ну вот. Что-то я подочковываю, пацаны. Ох, это очень волнительно. Очень волнительно. Да стой, подожди. Вы не крутитесь, блин, я не могу кадр поймать, блин. Что вы делаете? Мы это моем, да. Так. Тихо. Крутим руками. Раз. Уперлась станок. Давай. Раз. Раз. Или там уперлась. Крутим. Сука, лапу выбросила. Стоять. Диск только не поцарапайте. Видите, новый диск бэховский. С моей, кстати, 38-й. Медленно. А, красавчики. Поднимаем колесо. Просто поднимаем колесо. Офигеть, сейчас акробатический этюд. Крутанем и поднимем стол. Мы и колесо. Ты на колени стал вроде молиться колесу человек. Хорошо, блин, да? Поднимай. Антошка, молишься ты? Антошка, не молюсь. А вы с Антошкой хрен рассчитаетесь теперь. Не знаю, что просчитал. Держим. Сейчас, подожди, надо. Ты думаешь, так просто? Блин, нормально, но у тебя, я смотрю, бицепс так подкачался за эти минуты последние. Да, блин, не крутись перед камерой, что ты делаешь? Ура! А ну, выключи телевизор, блин. Что, устал? Да на руку купай. Еще впереди еще три колеса. Не, опусти. Да подожди, тут главное первое, там уже оно пойдет по накатанной, блин. Выбрасываем. Что, я лапу ставлю? Да. А это зачем? Сейчас увидишь. А нам сделать? Чтобы легче было? Сейчас, Юра, подожди. Живой остаться. Не, ну сейчас можно. О, держим. Второй монтировщик. Давай крутить будем. Давай, крутить будем. Пойди его. Крутим. А, надо, чтобы села за мной теперь, да? Футболку менять придется. Села или нет? Сколько тебе надул? Там гнездо под золотник нормальное. Снимай. Это уровень, блядь. Румыния, не страшно. Румыния? Да. Так это классные колеса. Ты что, это вообще, это Евросоюз. Юрик, что ты делаешь? Отойди от колеса, ты же можешь поцарапать диск. Да бугай сам мог поднять, что ты.
О, нормально получилось. А ну, крутни, мягко идет, нет? А, подожди, ну балансировку не будем, да, станок мучить? Ну да, вам еще работать. Дорого будет. Дорого, да. На ту сторону, Игорь, да. Куда ты, на Борисполь погнал? А ну, примеряй, пойдет. Будем тюнинговать, если хорошо смотрится. Качнули. Затяжечка. Четвертое колесо. Вот этот исторический момент. Блин, красиво, да? Подожди. Тут не просто залезть. Так, ну все, первые шаги. Всем, кто не верил, что можно на нем передвигаться, что диски развалятся. Сколько? 100 метров, говорили, проедет, да? Диски распадутся. Как аккуратно надо... А, вот ручка. Блин, все продумано. Фиксатор, смотрите. Ну как на новых колесах ощущения? Ого, динамика. Тормоза попробуй. Смотри, глаза дальнобойщика. Блин, не подрезай его. Не, едет, мне кажется, даже лучше, чем на шиши. Лучше? Да. Не, отлично. Отлично? Да, что надо. Сейчас еще 3.3 поставим и вообще отлично. Тормози. Сейчас. Страшно. Вот на третий 80 идет нормально. 80, 80, блин, офигеть. Все получилось. В следующий раз уже в оффроуде. Не, сейчас там он присядет не по-детски. Наверное. Да. Пока борется, но думаю, что там будет непросто. По льду скользит. Еще и выйдет. Да, тоненький лед, вот уже пробил здесь. Блин, аж лед дребезжит подо мной. Попробуй дальше назад. Попробуй туда. Вправо руль. Да, дребезжит земля, трясется. На меня не может выскочить уже из колеи. Не выворачивается руль, я так понимаю. Да, клиренс позволяет, понижение тоже копает не по-детски. Там он уже колея такая.
Опа, назад почти. Может, раскатает все-таки. Чуть динамичнее. Да. Вот это борьба. Колея в пол колеса уже больше даже чуть-чуть. Он не может выскочить уже с колеи с этой просто. Сейчас лебедочкой подтянем его. Какой-то звук пошел. Что это? Тросик, наверное, тросик спидометра. Не, не. Передок. А что? Передок? Ага. Не, ну вроде ты нормально ехал, никаких проблем не было. А он? Куда он? Что он делает? Он же застрянет. Остановитесь! Все, остановился, да? Да. Послушный. Ну, для лянчи, да. Не, ну, были бы блокировки, было бы, конечно, полегче. Ну, но ненадолго, да? Ну, давай. Сейчас так же в натяжку. О, есть шансы, да? Есть шансы появились. Да нет, ну тут жесть просто, день, дело не в дне. Нет, нереально. Смотрите, чуть не пропустил. Охренеть вообще. Да, нагрузки. Нагрузка сумасшедшая. Макс, надо на лапландеры собирать, наверное, бабки. Сейчас я буду лимузинчику звонить. Лапландеры? Зато они не ломаются. И блокировки сразу есть. БТРовские колеса, кто там не верил в БТРовские шины. Какой у него клиренс? Там не, ну тут клиренс вообще нереальный. Ну смотри, он сейчас он тут не сядет. Не сядет. Вот видишь? Потому что клиренс. Да. Красава просто. Смотрите, это кто там БТР. Такой звук был жесткий, что-то лопнуло, причем жестко лопнуло. А ну идем. Приключения начались. Лопнуло колесо. Могло быть и хуже. А запаски нету? Нет. А при накачивании он уже бахнет плюс-минус так-то. Да ну не гони, что ты запугиваешь. Говорит, может бахнуть при накачивании. Тепло, как в Танзании сейчас. Да я тебе говорю, как в Танзании, у меня аж сразу я все вспомнил. 48 тепла, бородач говорит. И шиномонтаж. И шиномонтаж, все. Да больше не лей, давай первый раз так попробуем. Ностальгия больше не лей. Да лей, не слушай никого. Нам нужен экшен. У Яны канал подымается только. Макс пенек один выбил, сейчас будем ехать без пеньков. Все равно едем на оффроуд.
Так, Макс начал движение. Ну едет нормально. Ставлю лайк тебе, Макс. Вот это жжет. Так, первые шаги. Очень красивое место. Да не, ну уверенно идем, блин, вообще. Проблем никаких. Вот так это все выглядит. Так, всем привет. Смотрите, кто приехал. Колесо другое. Такой квартал красивый. Мы на Подоле. Так, не забываем, я на оффроуд. Стой. Так, подожди, Макс фотографирует Яну, будет называться этот кадр. Пока жестко. Хотя там ступенька мной накопана. Ливенца, главное, хватает. Не, муляка, стоп. Хорош, не копай! Назад! Влево руль надо! Левее руль! Еще! Красавчик! Видите, что там творится? Колея поперек и вдоль. Чьи-то тапки всплыли. Да, вот так я на 37-х так раскатывал и выехал. У меня были блокировки. Не, назад. Все. Все. Цепляй, Глеб. Просил потихоньку едь. Так он и послушал. Он знает, куда ехать? Да куда прямо? Ну вот так, ребята. Так, все, да? Да. Можно доставать. Да нет, еще не все. Ну пока на мостах, по крайней мере, V8 был. Макс, попробуй назад. Хорош, сейчас вытащим, наверное. Блин, а у тебя какие-то есть удлинители, Ромыч? Так у него вон лебедка торчит такая. Макс, не копай! Все, достали. Ну, посмотри, что там дальше хоть. Да не, ну, это так, тут мы проедем, где ты стоишь. Дальше попробуй пройти. Да проходное, иди, я тебе говорю. Смотри, яму сейчас ловишь. А ты понижайку включил? Так, Макс пошел. Макс пошел, Воль вброд. Главное, выложил. Ёбханы бабай, как-то тут перекос. Охренеть. Это жесть вообще. И ушел. Помылся чудесно, конечно. Вода вытекает.
Макс поехал в обратный путь. Ох и жестко. Очень глубоко, очень глубоко, очень глубоко. Ну пока идет. Хватает понижение. Слив воды. Да не, что-то ты, мне кажется, выше руку держишь. Оп. Покажи. Можно по капоту смотреть. По капоту идем. По капоту, кстати, я видел, что у меня прям на камушке есть. Да, вот она. Где глубина? Ага, четко видно тут, да. Всем привет, друзья. Летим прощаться с легендарным автомобилем. Не знаю, увидим его когда-то или нет. Оставил он хороший след в нашей памяти и в нашем оффроуде, и увековечен на нашем канале. Я думаю, всем он нравился. Пилоты на нем были серьезные, один и второй. Стиль пилотирования немножко разный, хотя где-то похож. Отжигали по полной, в общем. Сейчас покажу, о каком автомобиле идет речь. Тут такая территория апокалипсиса. Дорог нет. Лужи есть, грязь есть. Пока заедешь, удивишься. Смотрите на это море, просто конца которому не видно. И мы по нему плывем. Ого! Да, сейчас на танковой хорошо. Кардан где-то мой глубоко. Посмотрите, вообще, я думал, тут она заканчивается до поворота. Она не заканчивается, вот только. Что, будем прощаться сейчас? Витя, ну где ты, друг мой, где ты, Витя? Иди, целуй в бампер его, целуй в бампер на камеру. Целуй в бампер его. Витя, иди целуй в бампер машину. Не, я уже целовал, он такой раз не был. Да? Конечно. Ну ты записал? Поцелуй, записывай. Ты вообще, что происходит? Ёлки. Я отпустить не могу, мы решили, давай еще что-нибудь сделаем. Может оставим его? Все, скажи, уже поздно. Да, это поздно. Надо, вот с Максом обсуждаем новые. Говорит, еще больше надо колеса ставить. На военные мосты. От Белаза. Еще больше надо ставить. Как и этот УАЗик. Да, вот этот УАЗик легендарный, все. Уезжает далеко, да? 20 километров от Киева. 50 километров от нас, да. 50 километров от нас, да. Ну, может, еще встретимся, конечно. Но это он. Прощай, друг. Я надеюсь. Прощай, друг. Будешь целовать в покрышку или нет? Буду, конечно. Там мне еще с ним, знаешь, как целоваться? Он раздатка с него лежит. А, где? Две раздатки. Ну ладно, все. Будем считать, что ты поцеловал. Поцелуешь раздатку уже при установке.